Запомните слова одного чиновника царской России. Он говорил: мне дела нет до России, у меня есть царь. Вот девиз новой власти. Мне, им дела нет до России, у них есть царь. Вы ведете себя так. Царь был пожизненный, так. А президент избираемый. В 8-м году мы еще посмотрим, чем кончится сейчас, его президентство. Мы еще посмотрим. Я считаю, что будет просто тупое оболванивание людей, полная цензура на телевидении и массовые фальсификации выборов. Нам говорят: мало власти. Реформировали Совет Федерации, да. Мало власти. Реформировали закон о партиях, мало власти. Сделали 7 округов, мало власти. В 4 раза увеличили военный бюджет. А результат никакого. Хуже и хуже. То есть вас поэтому я не понимаю реального результата. Я просто знаю одно, как историк, что в России всегда вертикаль власти, твердая рука, кончалась хаосом, войной и разрухой.